На днях екатеринбургским гаишникам выпала возможность блеснуть великолепной физической формой прямо по ходу несения службы. Им пришлось устроить два вида погони за одним и тем же нарушителем. Первая была моторизованной. Патрульная машина начала преследование 14-й «Лады» после того, как ее водитель отказался от остановки по требованию. А требование это возникло после того, как эта машина на глазах инспекторов дважды проехала перекресток под запрещающий сигнал. Автопогоня предсказуемо закончилась победой полицейских. Они таки вынудили четырку остановиться. Стали знакомиться с экипажем и тут же поняли, что действительно были основания очень не хотеть общаться с полицией, причем не только у водителя. Он, кстати, оказался более чем злостным нарушителем. Мало того, что проехал дважды под красный, что тянет на лишение прав, он нарвался еще и на штраф до 15 тысяч рублей за то, что лишать-то его оказалось нечего. Он этих прав отродясь не получал. Тот-то и норовил все слинять. Куда пошел? Да, встал рядом. После того, как инспектор уверенно победил сначала в легкоатлетическом зачете, а сразу после еще и в боевом единоборстве при задержании, водилу вместе с пассажиром свезли в 12-й отдел полиции, где выяснилось, что пассажир этот иностранный тоже не имеет прав находиться на территории России. Целый букет соответствующих протоколов на обоих был там же и составлен.